Разные бывают тиры. В одних стреляют по механическим игрушкам, в других установлены катапульты для метания тарелочек. Безопасность стрельбы, быструю информацию о ее результатах нужно обеспечить в любом тире. Словом, устройство тира – дело довольно сложное. Но вот смотрите. Выстрел, а звука нет. Удобно? Устроить такой тир можно в любой комнате. Была бы розетка. В электрическую сеть включается ружье, при стрельбе из которого пули не нужны. Остро направленным лазерным лучом поражается здесь цель. Импульс совершенно безопасен, он слабый, но электронная светочувствительная мишень его воспринимает. Она связана с регистрационным табло. Нажим на спуск, вырвался из дула световой импульс. Цель поражена. Спортсмены уже тренируются в таких тирах. Они довольны. Новинка им нравится.